вечный двигатель. Короче, я на суете приехал наконечники менять. Стою, жду, минут через 10 буду заезжать, машина выйдет. Короче, меняю наконечники, глушитель подварить надо, что-то у меня там глушитель сечет в каком-то месте. Ну и, соответственно, сход-развал после всего этого. Тачка на подъемнике делается. Делают, меняют наконечники, тяги вроде в порядке, говорит, глушитель еще подварят. И пыльник привода течет опять, ну, сочится внутренний. Раза три менял, бесполезно. Пыльники говно, и мастера такие были. Проблемное место на Ренохе на этой. Дырка. Вот она, глушители. Сейчас заварим ее. Выкатил сервиса только что. Прям наконечники поменял. Это вообще вот какие-то сраные наконечники. И прям, ну, сразу это все решает. Звук пропал. Ну, конечно, все равно есть шум, потому что у меня сайлентблоки еще желательно поменять в ближайшее время. Они уже подизносились, но еще не критично. И все, в принципе. Единственное, вот ход-развал сделали, мне надо понять, правильно руль стоит ровно ли или нет. Потому что если руль не ровно, это будет неприятно. Я поеду обратно, чтобы переделывали у меня сход-развал. Дубль 2. Это была попытка номер 2. Короче, руль чуть-чуть криво все равно стоял. Если вот так прям ровно ставить, то машину влево ведет. Вообще неприятно. Я решил вернуться, чтобы переделали. Вроде переделал. И вроде как у них, не знаю, либо с мастером проблема, либо со сход-развалом. Но мастер говорит, что проблема со сход-развалом. До того, как я приехал, ну точнее приехал, меня там приехал. Она выезжала, он тоже вернулся. Я слышал, говорит, пока сход-развал руль криво стоит. Тут я приезжаю, тоже руль криво стоит. Он говорит, такая же проблема, говорит, его так же тянет влево. Лайкос. Ставим за вторую попытку. Застелил до Обнинска. Обнинска. Здесь дела у меня в Обнинске имеются. Еду в Обнинск, а потом Калуга. Еду из Тулы. Так, Калуга, главное, это на кольце, как обычно. В общем, в Обнинске не был лет много, не помню сколько. Но раньше, по молодняку, постоянно здесь бывал. Раньше вообще часто по направлению поэтому по Кивухе гонял, в Москву, по молодости в Обнинске тусил здесь. Ну там, знаете, клубы, тусовочки, все такое. Я смотрю, дорога-то так у них отсутствует здесь. Так себе дела с дорогой. Компрессор выгрузил, выскакиваю из Обнинска. Закрыл ворота. Может быть, кто-то в курсе, почему лампочки так быстро перегорают? Поменял лампочку, месяца не прошло, ближний уже не горит. И вторая тоже перегорела. Короче, из всех горят только габариты. Ближний дальний не горит. И вот эти ходовые или какая-нибудь дневные, не знаю, как правильно называется, тоже. Но они изначально не горели. Затарился лампочками, короче. С одной стороны, там неудобно будет менять, сейчас буду ковыряться еще. Погода такая. Что за погода, что за суета? Взял, короче, вот эти лампочки ходовые, габаритные или какая-нибудь там. Короче, оранжевый взял. Оранжевый будет модно у меня теперь газельки смотреться. И обычные H4. Смотрите, что случилось с той, которая стояла. Вот это я последнюю менял. И она, короче, надулась. Вот она. Я не знаю, что с ней произошло, короче. Она сдулась. Там электрики есть, напишите, почему такая суета происходит. Вообще не знаю, почему так произошло. Первый раз такое. Поставил лампочки оранжевые. Вообще бомба. Короче, они работают просто на заведенной тачке, без фар. Оранжевые габариты горят. Пушка и ближний. Поменял еще, правда, не проверял, чтобы смотрю. Должно работать. Включаешь ближний, оранжевый выключается. Габариты
и ближний. Не, ну оранжевый вообще шикарный, мне нравится. Чуть тюнингую. Доброе утро. Выкатываюсь за ящером, чилим на работу. Еду себе в Калугу. В Калуге дохренище просто заказов. Не обиден. Да. Что, ты не выспался? Почему выспался? Я думаю, я тебе пишу, а ты спишь. Да, ну я не стал, вообще думаю, пизду, хуй. Блин, хоть сигнал подал бы. Ну ладно. Сигнал СОС, сигнал ответ. Что там, новости? Нет, сколько грамм золота стоит. Барыжишь? Первый я сегодня. С Вальдемарычем. Ну, конечно, блин. Кому еще в 7 утра, как не нам, работать, приезжать. Ага. Смотрите, бабочка. Габариты оранжевые, как тебе? Габариты оранжевые, дал, сделал. А-а-а. По-модному. Вскакиваю я, в общем. По утрам у меня постоянно горит вот эта хрень. Это означает, что в топливной системе или там где-то фильтры, что ли, в топливную, короче, типа влага, конденсат. Ну, что-то такое. Потом проходит в течение дня. Малиновый свет, малиновый свет искал нас долго. Твои горячие руки снова разбудят меня. Горячие руки снова придушат меня. Опять вопросы, вопросы, куда меня часто заносят. Заселил его до Калуги, первый клиент, вот он на трассе. Когда ехал, пару раз чуть не заснул, вообще вырубает, что погода такая хмурая. И таких 13 листов, вот эта вся стопка. Тяжелые. Выгрутили меня, помчал я дальше. У меня еще дохренище сегодня точек. Так, прошло мгновение у вас. А у меня целый день прошел. Без 25, выскакиваю из Калуги только. Думает меня кто-нибудь пропускать сегодня или нет? Пока Калуга, еду в Тулу. Стелю я до конторы. Тут волчара меня ждет сейчас. Сейчас путевку заполню и начать надо. Волчара идет. Хочет сумки положить, а тачка-то закрыта. И ни хрена. Ладно, сейчас открою. Волчара, что ты балуешься-то? Ебать твоим почерком только писать, я охуею. Я просто тороплюсь, видишь? Не звонил, куда едем? Не. Че там, Богдане, все спокойно? Да. Целый день, блядь, нихуя не, я заебался. Волчара ворота закрыть не может. Ждет, пока я выйду. Компромат, ёпта, снимаю. Володя бухает на работе. После работы. Ладно, после работы. После работы можно баночку прокинуть, да? Другой. Ну, тебя там какую-то пробку не ставят. Бабулю пропустим? Конечно. Но всех пропускать не будем. А дедулю? Дедулю пусть поставит. Пусть делать. Не делай. Уж хуярит, нет, все там, блядь. Володя думает, я ему доски на даче повезу. Какой дурачок, правильно, ты уже 100%. Еще эту херню повезет. Я еще сам не в курсе, что я везу какие-то доски, блядь. Я уже Владу сказал, что именно ты, блядь, поедешь. Выходные, все с кайфом.
пойду видосик делать, а вы не забудьте подписаться, потому что Ютуба скоро, наверное, вообще не будет. Лайкните, напишите коммент, и я вот думаю видосики все с Ютуба перекидывать в Рутуб, а может быть не буду, не знаю, как вы думаете, сделать так, не сделать. Короче, я над этим еще подумаю, а с вами прощаюсь.